Друзья, привет! Вы на другой кухне и с вами Нутришеф Александр. Приглашаю вас вместе со мной сегодня приготовить полноценный обед для всей семьи, чтобы нравилось действительно всем. Сегодня готовим капусту с грибами, на гарнир у нас будет рис и еще красная рыбка. Капуста у нас будет не простая, а брюссельская. В небольшом количестве воды, буквально на дне сковороды, тушим с долькой лимона под крышкой минут 10. В это же время берем сотейник, пересыпаем туда рис, промываем, добавляем в 2 раза больше воды и после закипания варим минут 20 до готовности. Если брюссельскую капусту варить в большом количестве воды, то все питательные вещества уйдут в воду. А так мы ее прям притушиваем и все самое ценное, ну, по максимуму, оставляем в капусте. А теперь займемся грибами. Нарезаем их довольно-таки крупно. Чтобы они тоже чувствовались в нашем блюде. Как моя бабушка говорила, мы раскушали в этом году брюссельскую капусту. И что хорошо, замороженную ее даже размораживать не надо. Сразу отправил в сковороду и все, 10 минут и делай с ней что хочешь. И кстати, друзья, уже в конце февраля стартует наш курс, новый курс «Гормональное питание». Все подробности оставлю в описании и ссылку для регистрации, для предварительной. Обязательно, кому интересна тема, сходите, почитайте и присоединяйтесь. Будет полезно для вашего здоровья. Грибы обжариваем на 1 столовой ложке масла гхи. Сначала выпариваем всю влагу, а потом поджарим до золотистости. Грибы шкварчат. Капусту я уже выключил, она уже готова, то есть до той поры. И теперь нарезаем лук небольшим кубиком. И сразу же измельчим чеснок. Пару зубчиков будет достаточно. Друзья, и вот уже к таким грибочкам добавляем лук. И лук доводим до прозрачности, не больше. Чеснок пока не добавляем, потому что начнет гореть. Рыбка у меня вот такая, 5 стейков, это нерка. Не буду даже жарить, потому что конфорок не хватает. Просто возьму немного розмарина и сверху присолил, поперчил и в духовку. Буквально несколько минут, я думаю, и рыба дойдет, пока у нас все остальное приготовится. И вот сейчас можно добавить чесночок. Прогреваем буквально полминутки. Ох ты, ароматы пошли. Добавляем ложку муки, не больше. Перемешиваем. Прогреваем уже с мукой. После чего вводим овощной бульон. Я его приготовил заранее. Посмотрите, какая красота у меня здесь. О, видно? Добавляем партиями, чтобы у нас соус загустел. Довели до нужной консистенции. И теперь можно добавить соль. Я использую гималайскую. Крупная. Толчем ее отдельно, чтобы вот так добавлять. Все. И теперь можно возвращать, вернее, соединяем с капустой. О! Перемешиваем, накрываем крышкой. Буквально пару минут, чтобы все прогрелось, кипятим, а потом оставляем настояться. Минут на 10. Все у нас приготовилось в одно время и остается только сервировать. Выкладываем рис. Рис ароматнейший. Все получилось чудесно, друзья. Теперь добавим овощей с грибами, нашу клетчатку. Посмотрите, капустка просто изумрудная. Соус потрясающий. И последний штрих – животный белок. Кусочек красной рыбы. Друзья, великолепное полноценное блюдо, где есть гарнир, углеводы, где есть клетчатка с ароматными овощами и где есть рыбка, животный белок. Угощайтесь.
Пробуйте, повторяйте и пишите, как вам на вкус. Блюдо получилось идеальное. Хочу услышать и ваше мнение. Друзья, и переходите на другую кухню завтра. Будет что-нибудь еще. Простое, вкусное, полноценное и очень полезное. Всего доброго. Пока.